Всем добрый день! И снова с вами я, Марина Соболь. И сегодня я хочу поговорить о коже 30+. Что же беспокоит наших юных леди после 30-летнего юбилея? Да, появляются первые морщины, очень активное состояние уже лба, малоконтролируемое, появляются пигментные пятна, но еще все-таки продуцируют активность работы сальных желез, поэтому есть элементы подсыпаний и, скажем так, добавляются следы уже фотостарения на коже. В данном случае весной я предлагаю в кабинете всесезонные пилинги, которые работают очень замечательно, без повреждения живых слоев эпидермиса, разрешены в солнечное время и дадут возможность оздоровить ткани пациентов 30+, и сделать этих юных леди еще более прекрасными. Сегодня мы поработаем с компанией SkyDor, которая любезно предоставила нам два интересных набора. Сегодня я буду работать на антиэйдж направление. Это расширенные поры и наличие первых морщин. И есть комплект, который работает на отбеливание и осветление, и выравнивание тона. Компания Dermapeel представлена 6 процедурами. Вот в таком специализированном контейнере. И сегодня мы будем работать с несколькими видами кислот. Гликолевая, молочная, миндальная кислота. Процедура не вызывает раздражения у клиента, не вызывает неприятных ощущений, нет шелушений. Мы назначаем встречу один раз в неделю. Эта процедура принесет не только визуальный результат, но также расслабит нашего клиента. Сегодня я покажу, какими препаратами мы первично ухаживаем за кожей. Очищающий препарат, как умывание для дома, так и для салонного применения с содержанием гликолевой кислоты. И препарат-спрей, который мы сейчас будем применять. Пожалуйста, закройте глазки. Перед нанесением активных средств мы оросим кожу термальной водичкой. Нанесем специализированный вот такой вот гель с микрогранулами на кожу. Разнесем тщательно, промассируем и применим сегодня ультразвуковую лопаточку. Ультразвук замечательным образом даст нам возможность более глубже очистить эпидермис от загрязнений и от уплотнений на коже. Включаем ультразвук. И с помощью лопаточки убираем остатки геля. Теперь тщательно смываем. Следующий этап – это будет нанесение двух видов пилинга. Один у нас будет состоять из кислот поверхностных, а второй – из энзимов.
Они смешиваются между собой и наносятся на поверхность кожи от 2 до 10 минут. Когда мы работаем первый раз с пациентом, мы не знаем его реакции, чувствительности, поэтому начинаем с минимальных минут и потом потихонечку увеличиваем экспозицию. Для того, чтобы положить в начале пилинги, у нас есть лосьон, который предподготовит кожу. Тщательно взбрызгиваем поверхность. Только аккуратно, не попадаем в зону глаза. Теперь подготавливаем наши пилинги для смешивания. Теперь второй вид пилинга. И смешиваем их. Наносим на поверхность. Оставляем от 2 до 10 минут. Тем временем подготовим еще один из препаратов. Это активный биологический пилинг. Концентрация пептидов, которую мы нанесем на кожу, стимулирует восстановление эпидермиса на глубоком уровне и способствует появлению новых клеточек кожи. Также у нас будет применяться нейтрализующая маска. Маска необычная, она называется маска-шейкер. Это специализированный порошок. Смешивается в вот такой вот емкости со специализированным лосьоном. Действует мгновенно на успокоение кожи после нанесения сегодняшних кислот. Кожа после применения кислотного и энзимного пилинга значительно порозовела. У нас усилился приток крови. Теперь мы нанесем пилинг с пептидами и смывать его не будем. Мы его равномерно впитаем в кожу и закроем охлаждающей и успокаивающей маской. Подготавливаем маску к нанесению.
Маску наносим на 10 минут. Через неделю мы приглашаем опять на процедуру. И так 6 раз подряд. Процедура значительно улучшит состояние кожи лица. И там, где действительно были шероховатости, неровности, возможно, последствия после подсыпания, остаточные явления, это все у нас аккуратно уйдет. Кожа будет здоровой, подтянутой, вернется прежнее такое свечение, молодость. Появится желание опять ехать на море, наслаждаться жизнью, потому что роль внешности для женщины очень важна. И оставляем. И сейчас я немножко расскажу о препаратах, которые хотелось бы порекомендовать после процедуры сегодня нашей клиентке. Я расскажу о внутреннем приеме. Для возраста 30+, весенний период, я бы порекомендовала первое – омега-3, омега-6. Кожа, волосы, ногти. Для женщин это незаменимые, скажем так, кислоты жирные, которые позволят, скажем, женщине выглядеть всегда в замечательной форме. Улучшить работу кишечника. Этот препарат воздействует на то, чтобы, скажем так, усилить свой собственный SPF-фактор и противодействовать фотостарению. Формула женщины. Этот препарат рекомендуется для разных возрастных категорий. В данном случае он будет уместен, потому что у женщины 30+, начинает перестраиваться ее гормональный баланс. И травяные основы в данном случае, вот в этом препарате, отладят процессы в женском организме и улучшат качество кожи через внутренний прием и качество жизни нашего клиента. У нее добавится больше энергии, тонуса, и это отразится также на состоянии кожи. Еще один препарат, который рекомендуется, это замечательные фраппы. Они готовятся в домашних условиях в вечерний период времени. Это коллаген морского происхождения с разными вкусовыми добавками и с аминокислотами. Так как мы идем в летний период, кожа будет терять витаминный комплекс. В данном случае будет идти шикарное восполнение дефицита, и коллагеновые, скажем так, фрагменты морские, они нам понадобятся для поддержки своего собственного коллагена, который после 30 уже начинает вот эти связи ослабевать. Еще один из препаратов, который рекомендуется для женщин 30+, это экстракт артишока 6%, фенхеля и мяты. Этот препарат будет интересен для клиентов 30+, с целью выведения шлаков, токсинов и снижения уровня отечности. Потому что многие клиентки жалуются на то, что они стали отекать. И утром это отображается в области века. А также к вечеру начинают гудеть ноги. Этот препарат также позволит несколько снизить весовую категорию. Замечательный уход за областью губ, питание, увеличение объема, и каждая из девушек может подобрать свой индивидуальный оттенок. Порадуйте себя и окружающих. Нашей клиентке подойдет замечательный вот такой вот препарат американской компании, который позволит поухаживать за губами, сделать их сексуально привлекательными без применения филлеров. Сейчас актуально для многих женщин увеличение. Этот препарат является замечательной заменой. Какие же препараты можно порекомендовать для домашнего использования? Опять-таки, это этапы идут очищения, тонизации. Это крем утро-вечер, это сыворотка с лифт-эффектом, это крем с SPF-фактором. Препаратов большое множество в кабинете
специалист подберет для вас ваш индивидуальный уход. SPF-факторы на сегодняшний день представлены в разной гамме. Они как бесцветные, так и имеют эффект тональности. Есть CC-кремы, есть кремы BBC. Отличаются плотностью, текстурами и цветностью. Это уже на любителя. И в кабинете каждый уже подберет свой удачный эффект защиты от солнечных лучей. Кремы с SPF-факторами рекомендуется наносить за 20 минут до выхода на улицу, для того, чтобы препарат равномерно распределился, впитался в кожную поверхность и выполнял фактор степени защиты от ультрафиолета. Термальная вода, которую я применяла сегодня в процедуре, ее также можно рекомендовать клиенткам покупать домой. Когда будет очень жарко, поверх вашей косметики вы можете взбрызгивать себя, не только лицо, но и тело. И таким образом дополнительно увлажнять и орошать кожу. Это очень приятные такие моменты, которые для всей семьи будут хороши в летний период. Поэтому флакон достаточно емкий, хватит на очень длительное применение. Ну а мы потихонечку начинаем смывать маску. После снятия маски мы закрываем кремом с SPF 30. Наша клиентка пойдет на улицу, там солнышко, поэтому на целый день у нас будет великолепная защита и уход. Препарат можно использовать для ежедневного применения дома в летний период времени. Отличается очень приятной нежной текстурой. Минеральная пудра, которая измельчена, дает возможность рассеивания мелкой сети морщин и завуалирования каких-либо дефектов на коже. Это тоже такой вот бонус этого препарата. Наша процедура на сегодня закончена. Рекомендации получены. До новых встреч!